Всем доброе утро! Сегодня покажу, как сделать милирование на очень-очень тонкий и редкий волос. Посмотрите, исходный цвет. Все отросшее. И здесь все седое. Ну, вы понимаете, да? Если сделать это все милирование на это, то будет неизвестно откуда и неизвестно, что получится. Поэтому вот такой у нас исходный материал. Стрижки нет, милирования нет. И вот такой вот волосы. Волосики, да, Марина Алексеевна? Волосики. Вот, делаем стрижку. А потом начинаем выкрашивать. Сделали стрижечку. Видите, как, если такой тонкий волос, ну, когда совсем тонкий волос, хочу сказать так, визуально волос будет смотреться объемнее, если вы сделаете примерно вот такую стрижку, ну, чуть-чуть подлиннее. Но когда человек начинает вот такой волос отращивать, то, представляете, он будет казаться еще тоньше. Это большая ошибка. Сейчас будем красить. Супра Егора развела 6% оксидант. Отмерила, какая длина фольги мне нужна. Выкладываем милированием. Еще раз хочу повторить, когда вы делаете такие окрашивания, милирование, и стрижка у вас такой длины, получается, вы хотите, то непременно сначала стрижка, только потом окрашивание. Иначе это будет, но это будет грубейшая ошибка, что вы все выложите, а потом все это сострижете. Выкрасили. Видите эти части? И вот наше милирование. Не очень бы красиво было. Точнее, знаете, недоработка, неправильно. Вот, поэтому я сейчас задам глубину. Вот это и это закрашу. И полностью около лица вот это все закрашу. Чтобы, знаете, вот как вот такой эффект визуальный из глубины, вот это вот милирование. Так, прокрасила я корень. И в большей степени я челку около лица прокрасила все до конца. Уже видели, много седины было. А так, вот корень, остальное не трогала. Возьмите цвет любой, какой вам больше нравится. Мы взяли ближе к своему. Такой средний русый. Я еще немного беж добавила. Сидим минут 40. Дело в том, что крем-краска действует 30-35 минут, и не бойтесь, с милированием сидите дальше. Краска работает в два этапа, крем-краска, она останавливает свое действие, и ничего с волосом не случится, не переживайте. Вот сколько вам нужно выдержать с милированием, столько и сидите.